Спасибо, что пришли. Вы отличная публика. Похлопайте себе и встречайте аплодисментами следующего комика. Твоя одноклассница Лида. Всем здравствуйте. Значит, смотрите, похлопайте, пожалуйста, те, кто забывал дочь в детском саду. А бывало у вас такое, что вы боялись, что муж идет из семьи и делали приворот, а теперь вы не знаете, как сделать разворот? Муж спрашивает жену, что у нас сегодня на обед? Она ему говорит, ничего. Он говорит, так вчера ничего не было. Она говорит, а я на 2 дня приготовила. Значит, смотрите, жена признается своему мужу. Говорит, у меня за всю жизнь было только 2 настоящих мужчин. Он говорит, а кто второй? Он говорит, а ты первого не знаешь. Друг спрашивает у товарища, как жизнь, говорит. А он говорит, как у арбуза. Живот растет, а кончик сохнет. Теща у зятя спрашивает, небось плохие мысли без меня в голову лезли? Да, боялся, что вы вернетесь. В маршрутке водитель. Уродины выходят, кто-то из салона. Уродины едут дальше. Все, ребят, спасибо большое. Вы замечательная публика. Всем пока.